Всем привет. У меня задание найти корневую мать. Сейчас мы обновление... Ой, не обновление, да, улучшим оружие. Блин, кто-нибудь подключился бы ко мне, конечно. Лучше было бы, ну ладно. Пока одному придется идти. Иди уже. Эй, бродяга. Конечно. Шлем улучшен. Железа не хватает. Что еще? Ну, давай глянем. Все, закончили. Её нет ничего. Здравствуй. Чем могу помочь? Только лучше. Вот этих вот настойчик купим. Нужны вещички? О, железо появилось. До встречи. Появилось железо, да? Да, можно теперь улучшить оружие. Рад тебя видеть. Что тебе нужно? Также броник вон можно улучшить. Железо. Сколько вот железа он требует? Броня, оружие. А насколько прям бесконечно можно, интересно, улучшать, что ли? Давай-ка меч улучшим. Все. Береги себя. Заглянем к командору. Приветствую. Рада вас видеть. Ничего новенького. Иногда мне кажется, будто всеми нами кто-то управляет. Эй, бродяга. Эй, бродяга. Мы ценим твою помощь. Командир хочет, чтобы я за тобой еще немного присмотрел. Знаю, ты нам помогаешь. Но нынче нужно держать ухо востро. Я лейтенант Блок, ответственный за безопасность в этом месте. Наши враги не только корни. Нужно защищать себя. Тебе можно только в главный зал и арсенал, ясно? Не пытайся проникнуть в запретные зоны. Тогда мне придется доложить командиру. У нас тут правила, знаешь ли, и лучше тебе их соблюдать. В таком месте без правил никак. Командир Форд держит нас в узде. Лишь благодаря ей мы еще живы. Да. Командир Форд дала мне имя, когда меня приняли. Думаю, оно значит, что блок 13 — мой дом. Я отвечаю за безопасность. Да, я молод. Но командир не доверила бы мне работу, с которой мне не справиться. Мы постоянно тренируемся. Я готов ко всему. Я отвечаю за безопасность. Да, мы постоянно тренируемся. И помни, понятно. Запретные зоны ни ногой. Все понятно, ладно.
Перемещение. Последняя контрольная точка тут была. Я так предполагаю, надо туда идти мне. Окей, давай войдем. Поговорить с корневой матерью. Ты тоже просишь у корня совета. Ближе, дитя. Это ты. Волны принесли тебя. Мы видим все. Мы корневая мать. Сосуд мудрости. Глашатай корня. Чего ты жаждешь? Что выбрать-то, вот не знаю. Основатель из-за гордыни и отчаяния ушел из мира. Невольный вестник. Неужели час уже настал? Да, все проясняется. Ты жаждешь смерти корня. Но путь скрыт во тьме. Сосуд знает, что ты ищешь. Мы должны помочь. Но не там, где услышат. Они придут за нами, когда мы разрушим связь. Защитишь нас? Поверишь? Готовься. Они близко. Кто они? Защити корневую мать. Защищаем корневую мать. Ох ты, зараза. Быстрее. Быстрее бежим! Пули кочись! Ни хера себе, да блин, здесь нереально. Сейчас опять. Это нереально. Это нереально. Бежим ее еще раз защищать. Окей, окей.
ты зараза, стреляй. Опа. Зараза, быстрее, быстрее, быстрее. Успел. Ой, ой-ой-ой, вот только не он. Быстрее, замочи его, патрон. Получилось, что ли? Нихера. Не получилось. Пробуем еще разок. Патроны не надо изначально расходовать. Готов. Ух ты, зараза. Ух ты, зараза, он ко мне прибежал. А, бежим. Не, я один здесь не справлюсь. Я не знаю, блин, как они. Да это нереально. Это нереально. Блин, а можно как-нибудь кого-нибудь позвать? Чуваки, помогите мне. Мне вообще надо хилок, наверное, закупиться каких-нибудь. Так, что у меня есть? Адреналин. Скорость атаки повышает. Коробка останавливает. Вот, снимает эффект заряжения, повышает сопротивление гнили на 30%, длительность 10 минут. Мысляной тоник, давай его заюзай. Так, тоник мы заюзали. Адреналин. Зря я его, конечно, сейчас заюзал. У меня еще есть адреналин. Еще есть. Надо приколюшек всяких таких накупить. Если сейчас не получится, будем еще раз пробовать. Готов.
рюкзак, адреналин, юзаем. Вот там чувак прибежал, а, бежим, 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 чувак, я тебя не трогал, все, он за мной бежит. Блин, все. Все, мне капец. Мне капец. Погибло. Возвращаемся, короче, я понял, на базу. Сейчас наберем всяких жидкостей. Но это нереально просто. В блок 13 возвращаемся. Говорить с корневой матерью. Блин, с ней нереально, блин. Так. Иди уже. По поводу улучшения. Ауру воспаления. Вот эту вот ауру воспаления можно мне заменить? Эту вот, давай лучше вот эту вот установим. Блин, я понял, подожди-ка. Вот так. Это вот так. Во. Все отлично. Талантов ноль. Талантов ноль. Что-то нужно? Что тебе нужно? Апгрейд мне нужен, блин. Железа нет, блин. Так, это все улучшил. Да отстань ты от меня со своей болтовней. Теперь надо хилок закупить. Всяких разных. Здравствуй. Чем могу помочь? Здравствуй, здравствуй. Давай глянем. Бинтов. Купить. Жидкий хладагент. Вот этот купить. Масляной тоник. И вот этих купить.
Береги себя. Все. Так, теперь. У меня вот это вот есть. Использовать предмет на панель быстрого доступа. Мне надо вот этот вот жидкий есть. Вон банка есть. Масляной тоник. А, это масляной тоник. У меня вот этой банки нету. Это вот что такое? 30 секунд. Вот это надо. Вот это вот надо. Фигирует. Так, теперь вот. Это я заранее заюзаю. Это я тоже заранее. И еще кое-что надо купить у него. Здравствуй. Чем могу помочь? Давай глянем. Так, так, так. Вот этих я куплю. Еще один. И вот адреналинчик купить. Удачного пути. Так, теперь мне надо это все дело назначить. По поводу тоника мне надо его убрать. Адреналин, вот мне его надо назначить вот сюда. На 30 секунд для всех героев. Все. Ну что, пробуем еще разок. Сейчас посмотрим, сейчас должно все получиться. Сейчас должно все получиться. Так, сразу заюзаем. Вот эту вот штуку. И вот это. Тройку и четверку так по очереди и будем юзать. Возьмем сначала дробаш. Все. Третье, второе. Третье, второе. Это надо с кем-то, блин, ребят, блин, я не знаю.
надо с кем-то. Ну, прям нереально просто. Так, мне талант, что-то опыт дали, да? Да. Покачаем сюда. Это нереально просто, блин. Давай еще раз. Знаем, знаем. Юзай! Юзай быстрее! Юзай, юзай, быстрее! Оба! Давай стреляй, блядь, быстрее, ну! Он меня бьет, отлично. Уходим, уходим. Отлично. Да не, блин. Это вообще капец как нереально. Я не знаю, это надо прокачиваться мне. Короче, в следующей катке я буду прокачиваться, качаться, бегать. Мне надо прокачиваться, я слишком слаб, чтобы тут. Это нереально, там убить я слишком слаб. Чем могу помочь сегодня? Конечно. Надо будет прокачиваться, бегать.